Добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот поскольку у нас лекция такая вводно-обобщающая, то она, я решил, что все-таки надо поговорить не о какой-то конкретной физической проблеме, что само по себе, конечно, было бы очень интересным. Можно много чего интересного рассказывать и про теорию относительности, и про динамическую голографию. Вообще я больше плазмой увлекаюсь, не стационарной, не локальной. Но вот как-то мне показалось, что надо сделать некоторую вводную лекцию о том, как физики представляют свое место в окружающем мире. Я так понимаю, что здесь аудитория не физическая. Но вот в этом мире есть такое странное подмножество людей. Они себя физиками называют. Они немножко другими глазами смотрят на все происходящее. И вот я сейчас сделаю попытку вам этот взгляд продемонстрировать. Хотя я понимаю, что это, может быть, кому-то будет немножечко скучно, а может быть, и не понравится. Ну, давайте попробуем. Но я сразу скажу, что я, конечно, планирую говорить с людьми взрослыми. Вот я так, когда меня в школу приглашают что-нибудь рассказать, я говорю, что младше 8 класса я с детьми не общаюсь, с ними надо хороводы водить. Это тоже нужная вещь, но вот я это не умею делать. Но вот прежде всего надо поговорить о том, наверное, легче начать с того, о чем физики занимаются, сами физики. Понимаете, если бы я что-то сказал, и это услышали бы физики, у каждого, конечно, свое мнение, и меня бы подвесили за ноги здесь к потолку за то, что я сказал. Но, к счастью, эта задача в свое время была решена еще давно. Московские физики провели некоторый социологический опрос, и результаты этого опроса представлены в прекрасном издании, правда, уже довольно старом, 60-х годов. Две книги тогда вышли «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить». И там на этот вопрос дан ответ. Я, конечно, все не смог здесь, это сокращенные саммари того, как отвечают на этот вопрос. Ну вот писатели-реалисты говорят, что физики спорят до хрипоты в прокуренных комнатах. Писатели-фантасты говорят, что физики работают на громадных электронных машинах, которые находятся преимущественно в космосе. Если мы перейдем ближе к физикам, к студентам первого курса, то те уверены, что физики только и занимаются тем, что размышляют и делают открытия не реже раза в месяц. Когда же студенты доходят до выпускных курсов, они говорят, что физики паяют схемы, пишут статьи и просят старших помочь найти течи в вакуумной системе. Это очень мучительная вещь, поиск течей в вакуумной системе. И, конечно, без опытных тьюторов здесь не обойтись. Ну, дальше мы переходим к профессионалам физиков. Это младшие научные сотрудники. Если экспериментаторы, то они считают, что главное занятие – это бегать в отдел снабжения, чтобы получить оборудование для выполнения работы, а также хлопать ушами на семинарах, на которых они, как правило, ничего не понимают. Если же младшие научные сотрудники – теоретики, то единственное, чем занимаются теоретики – они треплются в коридорах и пишут множество формул на стенах, на салфетках, но формул, как правило, неправильных, как вы понимаете. Когда же дело доходит до старших научных сотрудников, так сказать, организаторов науки, они на семинарах тоже мало что понимают, но в отличие от младших не хлопают ушами, а просто спят. Ну а кроме того, они, конечно же, помогают младшим товарищам искать течи в вакуумных системах. Ну а как без этого? Ну вот, очень адекватная реакция отдела кадров и вообще административных структур. Они говорят, мы не знаем, чем они занимаются, но мы знаем, что физики и экспериментаторы должны приходить на работу в 8:25, чтобы в 8:30 молча находиться около работающих установок. А физики-теоретики, они вообще бездельники, их на работе никогда не застанешь. Господа, это было написано в 60-е годы.
ничего не изменилось с точки зрения администрации. Они до сих пор уверены в том же самом, так сказать. Ну и, конечно, самая адекватная характеристика – это характеристика работников охраны, которые говорят, физики, а это те, которые вечно ходят взад-вперед, двери не закрывают и пропуска показывают вечно кверх ногами. Но это самая адекватная характеристика физиков. Теперь, наверное, вы поняли, как устроена эта часть населения. Теперь можно говорить немножечко о самой физике. Как она расположена в общей системе человеческих знаний. Вот здесь я начну с очень спорного тезиса, с тезиса о том, что наши с вами мозги устроены ужасно примитивно. И в них невозможно впихнуть даже то, что успело понять человечество за время своего существования со своими тоже не очень хорошо развитыми мозгами. Это я всегда студентам об этом говорю, студентам это страшно не нравится. Я говорю, ребята, не будем дискутировать, давайте отнесем эту дискуссию на экзамен. На экзамене мне никто не пытается показать, что у них мозги устроены непримитивно, там все совсем по-другому. Так вот, поскольку действительно наши ресурсы достаточно малы у каждого индивида, возникает проблема некоторой классификации знания, которое было накоплено нашим человечеством. Ну, здесь я вам не скажу ничего особенно нового. Мы знаем, что все знания делятся на, естественно, научные и гуманитарные. Естественно, научные – это, ну, в школе еще рассказывали, да? Это то, что мы знаем о мире, который существует независимо от нашего сознания и сознания человечества, а гуманитарные занимаются тем, что выдумал отдельный индивид или человечество в целом. Но скажите, пожалуйста, эта классификация, она кем придумана? Ну. Но, господа, значит, эта классификация тоже ущербна, поскольку она придумана человеческим мозгом. Ну, по этой классификации, кстати, получается, что физика лазеров – это гуманитарная наука. Но без человечества не было лазеров в природе. Оно сделано искусственно. Поэтому, конечно, схема не полна. И, кроме того, конечно, деление на объективное и субъективное – это очень сложное и неоднозначное деление. Ну, понятно, что я бы эту схему дополнил, я бы сюда еще ввел технику. Это, конечно, продукт деятельности человечества, но техника основана на чем? На гуманитарных или на, естественно, научных знаниях? Нет, конечно, там есть и гуманитарная часть. Конечно, там есть дизайн, но скажите, вы что выберете? Автомобиль с ужасным дизайном, но хорошей физикой? Или автомобиль с ужасной физикой и отличным дизайном? Нет, ну, конечно, если вы хотите на этом автомобиле стоять на оживленном перекрестке и говорить «я крут», то можно и второе. Но на самом деле здесь есть еще одна область знаний, которую физики любят называть противоестественной, но официально это называется лженаука. Это есть. Примеров тут здесь много. Вот я еще студентам слышал такое высказывание. «Я не знаю, что там говорил Эйнштейн, но я не могу себе представить некоторую константу, которая может ограничить скорость полета ленинской мысли». Вот типичный вариант. То есть понятно, что человеку надо что-то опубликовать, чтобы переизбраться по конкурсу, а что говорить, не знаю. Вы не думаете, что в естественных науках нет лженауки? Полно. Как-то вот я видел такую книжку в продаже «Лазер выходит в поле». Представляете, оказывается, если посевы пшеницы облучать лазером, причем не каким-нибудь специальным, а гелий-неоновым, который вот легко в магазине купить, то урожайность возрастает чуть ли не в два раза. Это меня жутко заинтересовало, я стал думать, а как же... Ну, наверное, автор все-таки не врет. Наверное, эксперимент показал это. Но я думаю, что я знаю, как вышел такой эксперимент. Вот представьте себе, два одинаковых поля в глухой деревне. На одной пшенице растет сама, на другой приезжают какие-то странные люди с какими-то приборами. Обычно физика всегда ассоциируется с радиоактивностью, со всеми пакостями. На месте местного населения вы с какого поля воровать пшеницу будете? На каком поле будет больше пшеницы? Ну ладно, это, конечно, все шутки. Так вот, самое тяжелое в этой схеме – это вопрос о том,
а существует ли вообще объективный мир вне нашего сознания? Вот я сейчас вас вижу, да? Я отворачиваюсь, а в этот момент вы есть или нет? Это непростой вопрос. Давайте посмотрим, откуда у вас возникает мой образ. Вот вы сейчас меня видите, я вроде есть. Вот сейчас у нас будет маленький кусочек почти научно-популярной лекции по физике. И не только по физике, а все остальное это будет вокруг физики сегодня у нас. Итак, вот есть некоторый объект, которого вы хотите рассматривать. Ну и скромность я не себя сюда поставила. Что надо, чтобы у вас появился мой или образ этого объекта? Ну, понятно, что есть солнышко. И от солнышка к этому объекту. А что летит к этому объекту? Свет. Свет. А поконкретнее? Так. Ну, можно сказать, электромагнитные волны, но это 19 век. Можно сказать, фотоны. Это середина 20 века. На самом деле никаких фотонов нет, это тоже выдумка. Ну, можно об этом целую лекцию почитать. Ну, давайте остановимся, пусть пока фотоны. Итак, летят фотоны. После этого они попадают на объект и на нем рассеиваются. То есть они взаимодействуют с атомами объекта и переизлучаются новые фотоны. Скажите, а они переизлучаются того же цвета, той же частоты, как падающие? Нет, они поменяли свой импульс. Они летели туда, теперь полетят в другую сторону. Изменился импульс, поэтому объекту импульс передался. Но если он получил некоторый импульс МВ, он получил некоторую кинетическую энергию МВ квадрат пополам, закон о сохранении энергии никто не отменял, и поэтому рассеянные фотоны будут даже другой энергии. Это очень маленький эффект, но он есть. Поэтому от меня рассеивается уже неправильный свет. Но я нарисовал утрированно, летели зеленые фотоны, получились красные. На самом деле, конечно, сдвиг частоты маленький, но уже первый обман произошел. Дальше куда это все попадает? В глаз. Жуткая вещь, там фотоны фокусируются, куда-то летят. А вы, кстати, думали, а почему в оптической среде фотоны как-то искривляют свои траектории и фокусируются? Тут есть над чем подумать. Пока у нас преломляются лучи, это да, когда отдельные фотоны, которые умеют взаимодействовать с отдельным атомом, ох, проблем здесь очень много. Но тем не менее, как-то эти фотоны фокусируются на сетчатку. Тут возникает следующая интересная вещь. Скажите, пожалуйста, сколько возможно частот или энергии или цветов у фотонов? Ну, бесконечно много, частота от нуля до бесконечности. Поэтому вот пока у нас картинка в цветовом пространстве, она бесконечно мерная. На каждом цвете у нас есть своя интенсивность. А что у нас происходит в нашей уважаемой сетчатке? А в нашей уважаемой сетчатке есть колбочки трех типов, которые дают сигналы. И если у нас фотоны чисто красные, то дает сигнал красные колбочки, а синие и зеленые почти молчат. Если фотоны чисто зеленые, в основном дает сигналы зеленые колбочки, а красные и синие почти молчат. А если фотоны оранжевые, то они дают слабый сигнал красным колбочкам и слабый зеленым. Погодите, а если мы будем кидать не оранжевые фотоны, а смесь красных и зеленых фотонов, сигналы будут те же самые. Я говорю о том, что у нас на сетчатке происходит проецирование цветовой картинки из бесконечно мерного пространства в трехмерное пространство. У нас есть всего лишь три цвета. Мы видим ужасно убогую цветовую картину. Мы даже не способны отличить с вами истинно оранжевый цвет от смеси красного с зеленым. Так-то их можно пропустить через призму, да, и если это истинно оранжевый цвет, у нас луч останется оранжевым, а если это смесь красного и зеленого, они разделятся. Наш глаз даже этого не может сделать. Мы видим очень убогую цветовую картину. Но дальше происходит еще более страшная вещь. Мы получаем три двумерных распределения плоских в красном цвете сигналов, в зеленом цвете сигналов и в синем цвете сигналов. Вы думаете, мы это рассматриваем? Нет.
На сетчатке осуществляется что-то вроде двумерного Фурье-преобразования. Оказывается, каждую функцию можно представить в виде гармонических функций с разной амплитудой. И вот эти амплитуды после Фурье-преобразования – это довольно сложная математическая операция, там всякие интегралы, если мы это делаем вручную. Там это в сетчатке как-то делается на аналоговом уровне. И после этого нам в мозг транслируются амплитуды этих Фурье-двумерных гармоник. Сперва медленные, а потом все более и более быстрые. Кстати, чтобы передать полный образ, надо бесконечное число этих гармоник протранслировать. Вы знаете, наша нервная система никудышная. Мы даже не видим мелькания 25 кадров в секунду в кино. Мы жутко медлительны. Поэтому нам транслируют самые медленные гармоники, а в мозгу есть некоторая папка образов, которую мы сформировали еще в детстве, когда лежали и дотягивались до игрушек. И мы знали, что если у нас есть некоторый набор гармоник, это ассоциируется с некоторым образом – погремушки, грибка или чего-то. И когда мы с вами собираем грибы и видим, а у нас уже открыта в мозгу папка образов чего? Грибов. Мы получаем совсем немного гармоник низкой частоты, и мы видим, ага, гриб, мы его прекрасно видим. И перед нашим сознанием есть образ гриба. Но потом идут следующие гармоники, и оказывается, что на высоких частотах они не совпадают с образом нашей папки. Что дальше делает наш мозг? Он открывает следующую папку кирпичей, потом папку симпатичных девушек, ну там уж кто как воспитан. И где-то через секунду он открывает папку опавших листьев. И через секунду мы понимаем, что это никакой не гриб, а упавший лист осины. Но до этого-то мы видели гриб. Этого еще мало. К нам приходят эти Фурье-образы от двух глаз, от правого и левого. Картинки-то разные. И вот потом в нашем мозгу осуществляется вот это сложнейшее. О, я еще забыл, что все это передается через аксоны. И там никаких фотонов нет, а там сложнейшие электрохимические реакции, которые происходят. Это уже никакого отношения не имеет к тем фотонам, которые к нам пришли. Потом к нам приходят, наконец, через аксоны некоторые электрические сигналы, которые кодируют эти образы. И все заканчивается тем, что в нашем мозгу осуществляется окончательная обработка картинки, и образ меня существует у вас на самом деле где? В вашем сознании. И кто вам сказал, что этот образ адекватен тому, от чего отлетели фотоны? Я даже не уверен, что каждый из вас видит меня одинаково. Все зависит от вашего воспитания и поведения в детстве. Более того, я не уверен, что у меня красный свет вызывает то же физиологическое ощущение, что и у вас. Может быть, я ощущаю красный свет, как вы зеленый. Но мы привыкли это ощущение называть красным светом. Я же не могу к вам в голову залезть и посмотреть, что вы чувствуете. Ну а теперь возникает вопрос, а нельзя ли обмануть наш мозг и подменить способ возникновения образа? Да можно, конечно. Мы умеем это делать достаточно хорошо вот на этом уровне. Мы можем создать поток фотонов, почти идентичный оригиналу, без оригинала. Как это называется? Голография, да. Но вы понимаете, что есть гораздо более простой и заманчивый способ обманывать мозг на этом уровне. Знаете, я думаю, что это очень скоро произойдет. Но если мы уже сейчас имеем механические протезы, которые управляются сигналами нервной системы, ну тогда изменится все по-страшному. Ну, понимаете, тогда если захочется поехать в Крым, достаточно будет сесть в ванну. Жуткая вещь, на самом деле. И ванны тоже не надо. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот знаете, я вам расскажу такой сон, который мне когда-то снился, я еще студентом был. Тогда еще не было никакой Игоры, не было никакого Коробицына, тогда на лыжах, на горных в Кавголово катались. И вот я во сне катаюсь на горных лыжах в Кавголово. И во сне я понимаю,
что я сплю. А если я сплю, то я ничем не рискую, мне приходит в голову прекрасная идея. Дай-ка я спрыгну с большого кавголовского трамплина. Я снимаю горные лыжки, поднимаюсь, долго иду по лестнице на этот трамплин. Там нет подъемника-то на трамплин, до сих пор нету. Наверху одеваю лыжки, говорю, думаю, черт, а вдруг это все реальность? Как узнать реальность, нереальность? Ущипнуть себя за нос. Щиплю и чувствую боль. Я говорю, эх, Александр Сергеевич, говорю я себе, вот наслушался философов-то. Сейчас бы и прыгнул. Я снимаю лыжи и спускаюсь. И просыпаюсь. А теперь попробуйте доказать мне, что я через минуту не проснусь где-нибудь под пальмой на Гавайских островах. Надо же такой бредовый сон снится, что я вам лекцию читаю. Господа, не докажете. Не докажете.